Итак, кроме прав, связанных с телом, личным пространством и ближайшим окружением, есть еще одна важнейшая группа прав. Гражданские свободы. Например, право на свободу совести и убеждений означает, что человек может верить во что он хочет. Ты же сам говорил, что права человеков – это очень конкретные вещи. А кто во что верит? Это совершенно абстрактные понятия. Как ты это проверишь? Очень правильный вопрос. Давай рассмотрим такую ситуацию. Государство объявляет призыв в армию. А кому-то религия не разрешает брать в руки оружие. Ну, не знаю. Тут, видимо, ничего не поделаешь. Ошибаешься. Для этого придумали альтернативную службу. Если кому-то нельзя брать оружие, пусть отработает как-то иначе. Санитаром, например. Зачет. Звучит круто. Далее следует свобода собраний и объединений. Ну, тут все понятно. Люди могут объединяться, как им хочется. Хоть в клуб любителей мороженого, хоть организовать политическую партию, или, например, выйти на демонстрацию, если им что-то не нравится. Именно так! Ну и, наконец, самое сложное. Свобода слова. По большому счету, это означает, что ты имеешь право говорить или публиковать вещи, неприятные обществу и правительству. Да ну, и чё, вообще всё можно говорить и печатать? Так не бывает. Ну а если я, допустим... Да, допустим, что Чеги псих и ненавидит человеков. Получается, он может бегать и кричать: «Давайте убьем всех человеков!» Я маньяк, член секты человека-ненавистников! И что, мне теперь можно везде наклеить плакат «Убей человеков, спаси вселенную»? И начать издавать такой журнал? Конечно, нельзя. Обратите внимание, сейчас вы сами дошли до идеи, что никаких прав и свобод без ограничений не бывает. А сейчас я еще больше озадачу вас, заявив, что мы еще не рассматривали моменты, в которых разные права и интересы пересекаются, а иногда и противоречат друг другу. Это как? Смотрите, насилие и пропаганда насилия запрещены. Но человек может верить во все, что хочет. И даже в «убей человеков, спаси вселенную». Выходит, одни разрешают, а другие запрещают. Какие-то эти права человеков недоделанные. Недоделанные – это неверный термин. Лучше сказать так. Права человеков – это сложная, живая, развивающаяся система договоренностей. Да, она несовершенна, но ее непрерывно дорабатывают сами человеки. Человечество меняется, и права человека изменяются вместе с ним. И что интересно, именно наши права и свободы позволяют обществу изменяться, потому что только собираясь вместе и выражая свои убеждения, мы можем влиять на то, как строится жизнь в обществе. Значит, и мы можем все менять? Конечно, только лучше сначала разобраться, что именно вы собираетесь менять и почему. А для этого вам надо... что? Организовать партию? Я вообще-то имел в виду, что сейчас вам надо воспользоваться правом на образование. Что у вас там следующее? Алгебра?